Пиши президенту Трампу. Послушайте, Сенат. Больше вреда, чем Америка, нам никто не принес. Ну, замечательно. И когда твой посол долбанный рассказывает, можно садить вот, Вашингтон, вот ему нельзя. Что он себе позволяет такое? Вот я тебе и говорю, да. Приходит он в страну и говорит, Порошенко нельзя арестовывать. Почему его нельзя арестовывать? Вот попроси помощи после этого. Я ничего не буду просить. Я просто лечу, что вы нечего не спрашивать. Что ты меня провоцируешь? Я тебя провоцирую. Что ты меня провоцируешь? Василий! Ты мне будешь рассказывать, что мне делать, что мне не делать? Сука, можно уже? Сука, можно? Он стоит тут и провоцирует меня. Так, ну это уже... Василий. Ну что, он стоит и мне рассказывает?